Все, Катюшки, я смотрю, у тебя уже энтузиазм прет, да? Итак, мы вернулись из Суздали во Владимир. Очень сильно устали, ноги у нас уже отваливались. Особенно, когда с вокзала там поднимаешься наверх, в сторону центра, по крутой такой дороге. Максимум, на что у нас хватило, это походить немножко и посмотреть рядом прилегающую территорию. Но даже это, в принципе, составило впечатление об этом городе. Вот такой Владимир.